Привет! Я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук, харьковчанин. В этом видео мы поговорим о отмене выплат внутренне перемещенным лицам. Речь пойдет о тех выплатах, которые были предусмотрены уже в условиях военного положения, то есть это те самые 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех остальных. Эти выплаты за март и за апрель получат абсолютно все внутренне перемещенные лица, а вот с мая месяца круг лиц будет сокращен. В первую очередь он будет сокращен за счет того, что будет сокращено количество областей, жителям которых будет положена эта выплата. И, соответственно, первая категория лиц, которая будет получать эту выплату, это лица, которые выехали из районов, в которых ведутся боевые действия. Какой список этих районов, какой список областей, мы еще не знаем, Кабмин не утвердил. Но, предположительно, это те области, в которых сейчас находятся войска Российской Федерации. Далее, вторая категория лиц, которые получат помощь, в том числе и в мае, это лица, которые находятся на временно оккупированной территории, либо на тех территориях, которые блокируются войсками Российской Федерации. Третья группа и последняя, которая имеет право на получение помощи как внутренне перемещенное лицо, это люди, которые потеряли свое жилье и подали заявку на компенсацию. Друзья, вот здесь обратите внимание, то есть самого факта того, что у вас разрушена квартира, либо разрушен дом, еще недостаточно для того, чтобы получить помощь в мае. Нужно оформить заявку на компенсацию такого поврежденного имущества. Сделать это можно в первую очередь, проще всего сделать через ДИЮ. Такое решение государство объясняет тем, что количество зон боевых действий уменьшилось, и мы знаем, что освобождена Киевская область, Сумская область, Черниговская, и, соответственно, жители этих областей уже могут вернуться домой, и, естественно, вследствие этого они утрачивают статус внутренне перемещенных лиц. Друзья, на этом все. Я вам желаю, чтобы ужасы войны как можно меньше коснулись вас и ваших близких. Мира вам!